Здравствуйте, меня зовут Екатерина Караваева. Прямо сейчас будем говорить только о хороших новостях. Поделятся ими волжане. Погода прекрасная, это замечательно. Настроение хорошее. Сын в садик пошел, сейчас в 3 часа забирать. Решили пока прогуляться, свежим воздухом подышать, поснимать. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас вот здесь все красиво зацвело. Вот эта площадь нас радует. День рождения прошло недавно. Чуть еще. Вот съездили в Волгоград. Мы здесь приезжие, между прочим. На Мамаев Кубель вчера ездили. Вот. Мы ездили на Курган, там вчера погода не ахти, как была бы, как туман, ну ничего так, прохладненько было. Была недавно свадьба, было все хорошо, весело, гостей было много. Ну весну ждем тоже, да. Готовитесь к весне? Да, готовимся, да, правильно. Уже тренируемся. И это были все хорошие новости, которыми успели поделиться волжане. Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте. До скорых встреч!